Итак, всем привет, друзья! С вами, как всегда, я опять Джекоб Роблокс. И сегодня этот день настал. Вы поставили по предыдущему ролике 5 лайков за то, что я вам благодарен. И сегодня выпускается день пиаров. Тут я взял несколько челиков. 10 челиков я решил взять, чтобы попиарить. И первый у нас на строке Пола Краб. Или или его старое название, я не знаю. Можно его так называть полбак. Я его так называю, это моя любимая фраза. Я просто так называю полбак. Или полоклаб какой-то. Не знаю, не умею читать, но буду я его называть Ладно. Извини, если ты смотришь ролик, извини, если я не назвал твое неправильное имя. Просто... Твое имя, она чуть-чутка странная, но она тебя идет, кстати. И он пиарит людей тоже. Тоже пиарит людей, как я. Это жесть. Ладно, и поступаем на 9-е место. Долгожданный момент Миха ТВ, который я написал мистеру Гробу, чтобы попиариться. Он, кстати, написал мне комменты, и он сказал то, что он из мистера Гроба. Я его почти знаю, мы с ним только знакомимся. Если ты смотришь Миха ТВ мой ролик, поставь лайк. Я ж тебя пиарю. Пиарить надо. Еще нажимайте чпок и вот так. Пиарим всех людей, кого я вижу. 40 подписок. Поздравляю тебя. И мы переходим к второму каналу. То есть уже 8-го места. Да-да-да, вы можете спросить, а кто это? Это у нас художник. Художник, он умеет рисовать красивые картины. Да, вот, смотрите, видите, он рисует красивые картины. Советую тоже на него подписаться. Мы с ним не попиарились. Ну, мирно подружились с ним. Он просто написал мне комменты. Я просто позвал своих друзей, чтобы они на него подписались. И прикиньте, до этого у него было 394 подписок. Теперь 397 подписок. Ну, потому что я позвал своих друзей, чтобы они подписались на него. И правда, не помогло. Он помог мне. И смотрите, 72 подписки. Спасибо ему, дорогое. И тебе желаю счастья, чтобы у тебя все было хорошо, и стал ты топом. Ладно. Переходим к 7-му месту. Да, конечно, я помню эту девочку. Варвара Иванова, которой я с ней играл одну игру. Я был мистером Картошкой. Я не снимал ролики до этого, но... Я правда был мистером Картошки. Я переоделся как мистер Картошки и играл за него. Ну, мы с ней играли, все хорошо. Кстати, она у меня друзья, только не скажу имя. А то вы сейчас запалите, и сейчас будут фолловы и там и много френдов. Да, ребята, я, конечно, уже никого не добавляю друзья. А раньше я добавлял друзья крутых и бедных людей. Теперь я никого уже не могу добавлять, потому что уже у меня 200 друзей, так можно сказать. И мне очень жалко их удалять, потому что это у меня все 200 этих друзей, как можно сказать, у меня есть, они все русские. У меня все люди в Роблоксе русские. Варвара Иванова тоже получает подписку и колокольчик. Вот так. Делайте тоже так. Пиаримся друг друга. Это очень будет круто. Ребята, а помните этого челика? Это же Лев Тохов, который мы снимали с ним недавно видео, которое вы можете посмотреть по ссылке в описании. Кстати, по ссылке в описании я оставлю все каналы, которые есть тут. А, Лев Тохов, я желаю тебе счастья и 40 подписок. Думаю, ты с Михой ТВ будешь... равен. Ну, а мы переходим к 5-му месту или 4-му месту. Пам-пам. Это у нас или это Xtentio, сколько это. Не понимаю. Не понимаю, что мои друзья пишут. Ну, короче,
Это мой тоже друг, но только одна важная смешно. Он в одних роликах сказал то, что он просрал свои кубки в Brawl Stars. Кстати, ролик, вы можете найти ролик в Brawl Stars по подсказке. Вот так он выглядит, можете его найти тоже. Вот. И вот тут вы можете найти комментарии свеженькие. Ну, советую его тоже подписаться, он тоже снимает ролики крутые. Советую тоже на него подписаться. Знаете, как надо делать? Подписаться, нажмем колокольчик. И да, и у него 27 подписки. Да, извини, если я что-то не подписался на тебя, ну, теперь у тебя новый подписчик. И мы переходим к следующему подписке. Это было так давно, что я забыл про тостера. Тостер — это той, который любит с Кизмаром играть в Адопми. Да, в одних роликах он сказал то, что любит играть в Адопми. Я сейчас вам покажу, где это комментарий, только найду его. Не волнуйтесь. Вот. В этом ролике я тут играл в Адопми, если ничего. Вот, он написал Клизма привет, и тут все такое. Мир МПЛ Лайф. Это тоже... Это Кизмар канал, да. Раньше тут были видосы, теперь видосов нету. Ну хотя, подождите-ка, тут много чего. Кстати, мир MPLF — это Кизмар. Это мы с ней дружим, кстати говоря. И сейчас мы с ней ролики не снимаем. Почему? Я не что-то уже перестал играть в Адопми. Я хочу уже снять Адопми. А то уже месяца или недели там не снимаю Адопми. Надо завтра снять Adopt Me с Кисмаром. Не позову тостера. Только нам можно. Выходим в следующее место. И вот и наш последний подписчик. Даже не подписчик. Надо ему подписчик. Вспомните, мы с ним снимали Murder Mystery. С ним. Он включал читы зачем-то и веселился на всю. На всю катушку. Не на всю катушку, но просто он веселился. Только зачем включать читы? Все равно вас могут забанить за читы. Лучше, ребята, не включать никакие читы, не включайте, а то вас могут так быстро и забанить на несколько недель и месяцев. Он снимает лифтинг-симулятор, который я тоже прокачивался. Да, только с него не снимал, но думаю, тоже надо снять лифтинг-симулятор. И мы переходим в последнее место, драгоценному месту. И это последний подписчик, который недавно написал комментарий. Это Топчик. Да, Топчик, можно так сказать. У него нет никакого ролика, пока что ничего нету, но он у меня есть друзья. Я ему никак не могу договориться, но думаю, посмотреть этот ролик и поставить лайк. Давайте наберем на этим 10 лайков, и мы будем делать следующий ролик. 10 лайков и новый ролик. Или новый пиар. Не знаю, пиары у нас каждые недели. Короче, пиары будут у нас каждые недели. Это мой первый день пиара. Ну, а когда придет неделя, тогда будет второй день пиара. А пока что у нас был Жека Проблокс. Да, можете подписаться на Полбака, который не знаю, как его назвать еще. Он тоже пиарит людей, и недавно у него был старый канал. Полбак. Да, у него был старый канал, я помню. Он меня пиарил. Ну, теперь его старого канала или какого-то там канала нету. Удалили, либо его этот канал где-то заблудился или забросил Полбака свой... старый канал. Либо я не прав, может, это Полбака основной канал, который, ну, снимает пиары. Да, Полбак еще снимает ролики красные про ниндзя, там все такое. Да, вы заслужили себе лайкусика и подписку. А с вами был Жека Проблок. Ставьте лайков, 10 лайков и коммент. Спасибо. Я вам поставлю сердечки и скажу не за что. За что вас заперерил я. Ничего не изменилось. Ладно. Всем удачи и всем пока. А, покажите-ка. А что это у нас такое светится? Конечно, это кнопочка подписаться. Нажмите ее, вы сможете. Давайте, я вас верю.
Вы смогли! Ей! Вы молодцы! Вы смогли поставить хромочку! Всем удачи и всем пока!